Привет, друзья! Деньги, деньги, деньги. Как вы думаете, приносят ли деньги счастье? Вот я очень часто слышу фразу: не в деньгах счастье, а кто-то сейчас скажет, а в их количестве. Вот как вы думаете, деньги это добро или зло? Напишите мне в комментариях, как вы считаете. Вот я считаю, что деньги – это добро. При помощи денег вы можете помогать своим престарелым родителям. С помощью денег строятся церкви, детские дома, лечатся дети. Ведь при нехватке денег очень много супружеских пар разводятся. И не надо говорить детям, которые совершенно уверенно говорят: вот когда я вырасту, у меня будет вот такой автомобиль. Вот когда я вырасту, у меня будет двухэтажный дом. И дети говорят об этом совершенно уверенно. А что же делают взрослые? Они говорят: закатай свою губу обратно. Еще говорят: спустись на землю. Ты должен хорошо учиться, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу. Времена изменились. Я могу с помощью денег улететь в другую страну. Как сейчас я могу улететь на море. Правда, водичка холодная сейчас. С помощью денег вы можете делать очень-очень многое. А вас когда-нибудь бросала девушка из-за того, что вы нищий? Уходила к другому, у кого денег побольше? Было такое? Было обидно? Так вот, задумайтесь, устраивает ли вас сейчас такая жизнь, которая у вас сейчас есть? Может быть, у вас есть кредиты? Может быть, у вас есть долги? Сегодня мне одна девушка пишет, что я хочу вступить в ваш проект «Всем миром», но скажу сразу, у меня большие долги, кредиты, у меня денег нет. А что ж ты суешься тогда в интернет-бизнес? В интернете все за деньги и из денег. Я считаю, что вам нужно расти с каждым днем, шаг за шагом. Расти, 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 нарисовать свою карьерную лестницу. Что там? Ведь люди, которые забрались на вершину горы, они же не родились на этой горе, они ведь как-то туда попали. Они шли, шли, шли и до вершины горы дошли. Так вот, дорогие мои, растите вместе с нами. А скоро мы с Борисом Маркеловым будем организовывать школу. Но об этом в следующих видео. Следите за моими новостями и подписывайтесь на нашу рассылку. Ссылочка на рассылку «Доход с нами» называется, будет под этим видео. Всем пока!